It all started with a starter coat. The starter pistol got us out the mama jokes. The house party finally started, now it's time to go. Get some pussy sponsored by the barber and the barber. Всем привет! Это Кездарики Шоу. Не волнуйтесь, мы не Кездарики. Мы ударики. Ай, красавчик, мощный темп. Ау! Меня зовут Арса, можно Арике? А меня зовут Алиден, можно Алике? А пока наши сестры готовятся к твоему шоу, мы будем вас смешить разными виточками. Поехали! А мы нашли самую дерзкую птицу с города Шымкент. Не верите? Смотрите сами. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Моя реакция, когда тебе мама отпросила от всех уроков. The way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my slinky go. Doing, doing, doing. Иногда мне кажется, что мой будильник действует именно так. Именно так я иду утром в школу, смотрите. Понемножечку, помаленечку, по котеечке, по зернышку, по семечку. Твое лицо, когда ты хочешь попросить деньги у мамы. You so precious when you smile. Твое состояние на следующий день после сундуктоя. А теперь состояние твоих родителей после сундуктоя. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Ну что же, на этом наша миссия Баткенски. А сейчас начнется самое мощное шоу Ару и Аиши. А с вами был Арике и Алике. Увидимся. Всем привет! И это наше новое шоу «Кездарики», где мы будем выполнять разные челленджи и повторять популярные танцы. А также мы будем играть в популярные игры. И если мы раньше играли в одной команде, то сегодня мы будем играть друг против друга. И сегодня в нашей команде... Сегодня в моей команде Жумия, а в моей Алуа. Ну что, вы готовы? Да! Тогда погнали! Итак, у нас первый раунд и первый челлендж. В моей команде остается Жумия, а с нашей командой остаюсь я. Так что начинаем! Thank you.
закрытыми глазами. Итак, у нас третий челлендж. И суть заключается в том, что один игрок будет наливать воду сверху, а другой должен снизу поймать. И прикол в том, что мы будем закрытыми глазами. Так что давайте начинать. Не страшно. Все? Ты села? Да. Да? Он же у него мокрый. Раз. Смотри, я наливаю. Есть? Нет. Есть. Есть? Сейчас было. Там нет, я не слышу, ну что? Давай еще раз. Только что было где-то. Сейчас, стой. Нет, это пол. А что, на время у нас? Конечно. Мне нравится все. Давай еще раз. А, все, уже закончилось. Ну... Ну, в принципе, полстакана почти есть, так что... Посмотрим, как справится вторая команда. Женя, как ты видишь, наши соперники справились с этим заданием хорошо. Я думаю, мы справимся лучше и наберем больше воды, чем они. Да, давайте начнем. Некий мандраж. А ты здесь уже? Ой. Давай. Тебе на руку иду, да? Немного. Вот. Мы точно выиграем. Время идет. Давай, давай, давай. Наливай еще. Да. Мы выиграли. Как вы могли заметить, первый тур закончился, начинаем второй. Правила очень простые. Нам ставят 4 песни из ТикТока, и мы должны будем синхронно танцевать. Погнали! Мы первым начинаем. Кстати, как у тебя с ТикТоком? У меня все отлично, я каждый день выкладываю новые видео. Кстати, перед съемками мы вместе танцевали очень много танцев из ТикТока, так что думаю, мы справимся. Удачи нам! Мы готовы. Один на H1, да. И все. Итак, теперь наша очередь. Честно говоря, у меня страна на ТикТоке не очень. То же самое. Надеюсь, мы выживем, так что включайте. Thank you.
beginning to look a lot like Christmas. Александра, я Хюрем! Ненавижу! Ваш гарем. Сдохни, сдохни, сдохни. Я Хюрем! Еще есть? А, все? В принципе, мы справились! Я думала, нам будет намного сложнее, думала, будут американские какие-то тренды, но оказалось... Повезло. Да, очень повезло! Сейчас у нас финальный тур, и вы, наверное, все знаете эту популярную игру. Если не знаете, то вот сейчас увидим. Погнали! Тоже вкусный, кстати. Теперь настала моя очередь, и я надеюсь, я не окажусь в сливках. Подошел к концу наш выпуск. Спасибо, девчонки, то, что снялись вместе с нами. Вам тоже большое спасибо. Было очень весело. Было очень круто. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать наши видео. И встретимся в новом выпуске. Пока!